Депутаты Тверской городской думы на внеочередном заседании внесли поправки в городской бюджет. Изменения коснулись статей доходов и расходов на текущий год. О том, как перераспределили средства городской казны, смотрите далее. Корректировка муниципального бюджета связана с тем, что увеличились налоговые и безвозмездные поступления на общую сумму 110,5 миллионов рублей. Изменения внесли в две муниципальные программы. Большую часть средств, почти 100 миллионов рублей, направят на содержание улично-дорожной сети. В сфере образования дополнительные средства пойдут на капитальный ремонт 17-й школы, а также на разработку проектно-сметной документации для ремонта пристройки к зданию учебного заведения. Сметная документация была немножко удорожание произошло из-за материалов. И поэтому сейчас мы дополнительные средства, чтобы для завершения ремонтных работ школы номер 17. Во время заседания депутаты приняли решение о передаче из госсобственности региона в собственность города 4 квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Это процедура, которую у нас достаточно часто мы проводим. Региональные власти закупают эти квартиры для переселения из того жилья, которое признано аварийным. Нам передают на баланс эти квартиры. Те квартиры, которые приобретались, они были согласованы с переселенцами. Они выбирали квартиры. Кроме того, депутаты перераспределили средства на решение текущих городских задач. Частичный ремонт загородных лагерей, организацию освещения по 3 улицам Твери. Красина, Восточная и Заречная.